Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике стартовал в Гродно. В последний раз наш город принимал участников главных соревнований по легкой атлетике более 10 лет назад. А в эти дни около 500 спортсменов будут бороться за главный приз – звание чемпиона страны и путевку на чемпионат мира. Он, к слову, состоится в августе в Лондоне. Спортивная делегация Гродненской области в этом году составила рекордное количество – 72 легкоатлета. С 4 по 6 июля белорусские спортсмены выступят в 47 дисциплинах. Свои достижения и умения в спорте по традиции продемонстрируют и звезды белорусской легкой атлетики. К слову, 12-е областные соревнования на призы олимпийского чемпиона Ивана Тихона в Жировичах пройдут уже в субботу, 8 июля. Здесь очень много локальных атлетов, которые действительно, ну скажем так, радуют не только внутри страны, но и за ее пределами. Вы видели, лицом чемпионата страны стал Иван Тихон, который вообще показал, кто такие белорусы, какие у нас традиции, какое огромное давление было на него, вот на меня, мы все это помним. Он выдержал и не сломался, и в 40 лет показал, на что он способен. Любое соревнование в этом четырехлетии мы рассматриваем как подготовка к Олимпиаде в Токио. И мы уже там, кстати, ну, скажем так, уже заявили, федерация, я лично заявлял, у нас амбиции завоевать минимум 3 медали, 3-4 медали мы обязаны оттуда привозить.